Правительство одобрило законопроект об изменении системы расчета пенсионных выплат. В ближайшее время его рассмотрит и Госдума. Документ предполагает за счет соцдоплат довести уровень пенсии до уровня прожиточного минимума и только потом индексировать. Те правила, которые действуют сейчас, не позволили многим пенсионерам ощутить реальную прибавку. Президент в послании Федеральному собранию потребовал восстановить справедливость и вернуть людям положенное. Перерасчет сделают задним числом с 1 января, а деньги обещают выплатить не позднее 1 июля. Действующий закон предусматривает, что неработающие пенсионеры должны получать не меньше прожиточного минимума пенсионера. Однако этот минимум зачастую достигался именно за счет индексации надбавок. Поправки в закон, который мы сегодня рассматриваем, принципиальным образом эту систему меняют. Сначала будут устанавливаться социальные доплаты, которые позволят довести пенсионные выплаты до уровня прожиточного минимума пенсионера соответствующего региона. И только потом будет проводиться индексация пенсий. В результате доходы пенсионеров ежегодно будут выше прожиточного минимума пенсионера на сумму индексации пенсии и единовременной денежной выплаты в текущем году. Мы рассчитываем, что эти изменения будут одобрены Государственной Думой уже в весеннюю сессию. Неработающие пенсионеры получат перерасчет с 1 января 2019 года, и деньги будут выплачены не позднее 1 июля текущего года.